Вместе с летним сезоном завершился и свадебный. За первые 6 месяцев текущего года в регионе было заключено более 10 тысяч браков. Молодожены из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могли воспользоваться бесплатной помощью семейного психолога в рамках проекта «Здоровая семья. Здоровая нация». Реализуется он в Самарской области с 2013-го. Искусство жить вместе в этом году обучились более 200 человек. Суть проекта, конечно же, в первую очередь, это профилактика разводов первого периода совместной жизни новобрачных. И, конечно, аудитория целевая собирается именно среди молодых пар, подающих заявление в ЗАГС.